Всем, ребят, привет. Ну что, мы продолжаем? Так, задание выполнено, отлично. Просьба о улучшениях. Увеличенные порции. Шеф, нашим порциям невозможно насытиться. Мы достаточно крепко обосновались, чтобы называться постоянным поселением. Ясное дело, о роскошной жизни речи не может быть. Когда все способны развалиться в любую секунду. Ага, однако мы считаем, что лишний половник похлебки наше положение не ухудшит. Мы хотим, чтобы рационы питания включали чуть большее количество пищи. Так, новое постановление увеличения порции. Постоянный эффект. Размер порции на каждого человека повышается на 30% для каждого уровня распределенной пищи. Ну давайте, пойдем на... Такое увеличение порции такой мелочи хуже не станет. Угу. Так, что у нас? Грибочки. Рыба. Давайте належим на рыбу. Так, питания здесь нету, да? Так, что мне требуется? Мне нужны раскопки. Поставить. Хотя вот и не раскопки. Ну, вот и не раскопки. Мне нужно очень много. Так. Исследовано. Энергосеть. Разведка месторождений. Так, разведка, да? А здесь что это такое? Разделенные слои. Крепкие корни. Теплоизоляция печей, цепи, прочность, экспансия, севооборот. Так, разведка. Пусть улучшается пока, а мы здесь занимаемся постройкой ветряков. По идее так, ну а что сделаем? Все, выжидаем в плюс, выходим. Так, недоступно. Это отдыхают. Здесь тоже. Угу. Рыба скоро закончится. Камень. А нам нужен... Нужна глина. Так, 220. Пусть еще одна сделается. Не лишнее будет по энергии. Так, работники нужны. Так, мне нужно...
для постройки или для обжига. Так, это у нас кузня. Вот печь для обжига. Сюда нам нужен кирпичи. Портной, кирпичи нужны. Огород. Здесь выращивают фермерские культуры, постоянно производство пищи, производится сыры, продукты. Так, у нас идеально зеленые, да? А, во. Здесь специально отмеченные культуры. Понятно. Здесь производственная зона, но вот сюда лучше, я думаю, разместить наши посевные, да? Как-то вот здесь затрагивается. Здесь можно вот так. Даже 4 затронуть. И здесь. Да, вот здесь. Так. Ну-ка, убери слой. Так. Непонятно. Вот так, да. И здесь затрагиваем. Ну-ка, подождите. Посмотрим дорогу. Так. Будет ли видно? Хорошо. Так и поступим. Пока оставим. Так, что там нужно? Угу. Пошла работа. Гильдия разведчиков. Так, портной. 34 кирпича. Потребляет 170 киловатт электричества. Так, 700 у нас, да? Ну, за счет того, что сейчас ветра идут. Нам, конечно, больше нужно. Парт, но... Так, еще добавили, да? Угу. Так, давай портного... Поставим возле... этого места. Так, гильдия разведчик, в принципе, может возле инженеров быть. Так, непонятно где. А где у него? А вот так, да? Я насчет входа и выхода. Где пусть один работает. Так, доски.
Так, ребята у нас делают здесь еду. Это очень приятненько. Так, ну что у нас строится? Так, какой? Травы. Так, здесь у нас овощи и травы. Травы понадобятся для лекарств. Непонятно в здании, где вход. Так. Создайте разведотряд. Одежда. Занятость. Одежда сюда. Так, нам нужно а куда мы можем отправить? Карта мира, да? Долина, высокогорье. Давайте долину посмотрим. 7 дней. Дней они будут информация у нас. Угу. Интересно. Движение вперед. Цикл, к которому стремимся. Нифига здесь циклов. Ребят. Так, сколько у нас получается? Одежка есть? В принципе. Здоровье, безопасность. Ну, обычное состояние. Одежды для всех. Инженер. Удвоенная. Так. Это у нас сделано. Разведка месторождений. Угу. Давайте. Будем над этим думать. Месторождение. Какие-нибудь уголь, да, там и так далее.
как помните. Так, и ребят никак, ну, новых нету. Рыбка здесь скоро закончится, три человека освободятся. Так, здесь у нас железо добывается. Здесь железо. Здесь дерево можем. Мы же построили. Так, здесь ничего нету. Добыча железа. Но он никуда не нужен. Так, воды у нас хоть отбавляй. Так, здесь только вот грибы, но не в этом сезоне. Инженер не лишний будет. В этом году родилось 9 детей. Быстрее, ребята, вы выросли. Ну, то есть смотрите, как это заполняется, да? Технология изучена. Простая шахта, минная руда и уголь. Ресурсы, простая шахта, камень, доски, железоцепки. Так, получены результаты. Готов, ясно. Тут к этой, да? А здесь что у нас вообще? Месторождение, как чего? Нету информации никакой. Камень, доски. Что? Так, подождите. Пусть анализ идет. О, чужаки. Примем. Так, что по идее? Мясо. Пересаживаемся на мясо. Готовить. Шахтерские дела. О-о-о.
основ шахтерского дела, сообщение от общины. Шеф, теперь мы знаем достаточно, чтобы построить первые горнодобывающие предприятия. Чтобы добраться до богатых недр, нужно правильно расположить эти постройки и начать рыть шахты. Только проделав эти подземные ходы, мы сможем уверенностью выяснить, какие минералы скрыты в этой области и в каком количестве. Обычные рудные жилы находятся на склонах гор или в каменистых участках. Выберите добывающие постройки и осмотрите подобные территории на карте, чтобы видеть возможные рудные жилы. Готовим кирки и бою. Да. Да, это интересно. Так, анализ идет. Здесь какое-то вот бурение, да? Точнее, вот ископаемое, да? Непонятно только. Так, здесь нет ничего поблизости. Так, а вот есть, да? Так, и анализ нельзя сделать без шахты. Железная руда. Непонятно. Это будет помогать или что? Так, камень. Мне нужен камень. Это пусть может быть включено, но не больше. Там анализы нужны. Зато у нас железо есть. Дофига. Так. По разведке. Долина. Разведотряд Долина. Неизведанная территория, обширная часть, которая обладает пустой и нетронутой. Здесь есть смотреть-то не на что, если считать несколько развалин старых зданий. В немногочисленных лесах можно найти мелкая добыча, а если судить по поросшей почве, водоносный слой залегает не слишком глубоко. Бревна, мясо, вода. Если мы не найдем полезных ресурсов, то стоит поставить здесь вышку, чтобы получить нашу осведомленность об окружении местности. Мы поищем все, что может пригодиться. Угу, хорошо. Ух ты. То есть это вот по частям. Прикольно. Так, провинция. 2 дня.
Разведываем ближайшее. Угу. Так, вот эта постройка что? Так, а там? Делали? Надо достраивать. Окей. Так, посмотрим. Изучено. Так, это здание скоро будет готово. Отлично. А, так, железо, медное и уголь. Пока тебя выключаем. Ты нам не нужна. Так. Вот сюда мне требуется. Сюда бы инженера, да? Бахнуть. Ну, как раз сделаем тогда. Так, хорошо. Так, у нас здесь железо. Так. Сколько у нас есть? Давайте сюда. Вот рядом. Прекрасно. Также у нас есть месторождение. Данное. Это, как понимаю, кремний. Что здесь есть? Медная руда и уголь. То есть информации нету. Камень, кирпичи, видите? Короче, надо раскопок две штуки. Чтоб у нас было совершенствие. Ну, по идее, да. Откуда грибочки-то собирать? Что у нас здесь? Инженеры. Портной. Так, скоро доберется. Так, отсюда уберем. И сюда добавим, ребят. О! Рыба-то закончилась. И здесь закончилось. И человек свободных. Есть у нас грибы. Сейчас, подождите. Сюда. Сюда. Так. Отчет. Разведотряд провинции. Безжизненная земля. Ресурсы в этой области совершенно недостаточно для длительного добычи. Пожалуйста, стоит попытать счастье в другом месте. Смотрим. Отправляем. Так, это задание мы выполнили. Постройка шахт. Так. Это кто? Торговец? Посмотрим, что ты можешь нам предоставить. Давайте. Обмен. Кожа, мясо, рыба. Инструменты ей требуются. Пока отложим. Пока что мне нету. Торговец. Ну, нет, понятно. Торговец. Так, камень, кирпичи. Да. Короче, нужно два раскопа таких делать. Один под камень и под глину. А то как-то совсем не очень, как по мне. Сюда давайте разместим. И пусть набирается оба. Просто да и все, и камень там, и там. Так, а что здесь у нас? А, не хватает глины. Правильно, конечно.
Мы же переключили. Так, нам нужно больше людей. Так, дерево. 1500 у нас. Этого достаточно. Так, здесь камень нужен. Ну, сейчас сделаю. Музыка, конечно, прям за все струны души тянет. Нить. Вот она где. Вот здесь нить. Нифига себе. Торговали и хватит. Все у нас. Сейчас вопрос роста. 90 человек. Все, он строится хорошо. Здесь мы сейчас сделаем тогда дорожку. Аккуратную. Так, что у нас здесь добывается? Угу, железо добывается. Можно, в принципе, здесь у нас добыча. Вот это убрать вообще. Потому что здесь полевой лагерь, здесь нету ничего. 1500. Ну хотя пусть работают. Здесь тоже израсходовать полностью, да? Здесь только дерево. Короче, пусть израсходуют все железо, а там уже ребята на шахту. 62 000, офигеть. Железо. Приятненько, так приятненько. Такая жила. Так. Так, здесь камень, а здесь... А здесь пусть вот глину. Я думаю, это очень удобно. Так, разведчики. Здесь тоже, да? Нифига нету. Нифига. Высокогорье. Че, в одно место идти? Двум разведчикам. Так, а сейчас что у нас? Осень, да? Идет.
Все хорошо вроде бы. Что у нас по одежде вообще? Вот это вот, что это значит? Вопрос пока что, да? Так. Сейчас ждем наших разведчиков. Что они там покажут? Что-то интересное по провинции, может быть. Может, новых людей и так далее. Ну, вот. Может, получится все-таки. Что еще? Что-нибудь еще интересное, что-нибудь новое. А то, как бы сказать, что мы? Конечно, развиваемся, делаем. Но, о, травушку добываем. Так, мне интересно здесь. Как они добываются? Будем тогда смотреть, что за фрукт. Отлично. Понимаю во всех... так, возможный источник воды. Принимаю во внимание состав минералов, высокая растительность, луга. Можно уверенно сказать, что здесь есть источник подземных вод. Когда начнем копать? Сколько ты будешь копать? Хочешь копать или что? Разведано. Ну, давай иди сюда. Так, долина. А, сюда отправлять можно. Вышка построить. Понятно. Но у нас освободится, если люди. Хотя мы отсюда можем снять. Так, а что это? Так. Обезлуживание нужно, да? Так, на долине основана база. Хорошо. Так. Воду. Воду, воду. Что? Ну-ка, здесь. И тут здесь вода можно поставить. Здесь можно было... Вот мы вышку поставили. Дальше пойдем сюда. Прибрежье. Здесь вот сейчас придет другой отряд.
Так, здесь сбор 1600, а там 1000. Вот здесь добить и убрать его нафиг. О, грибы, грибы, грибы. Ребят, давайте на грибы пересядем. Чё бы нет. Разный рацион. А небось забыли, что такое? Так, и все, у нас получается ожидание. 11 детей. Перестройка. Наше крохотное поселение начало напоминать деревню. Мы больше не кучка бродяг, хватающихся за соломинку. Конечно, новая жизнь невозможна без постоянных трудов. Но долго мы так не протянем. Мы должны пересмотреть рабочие смены так, чтобы у нас наконец появилось время для отдыха. Так, новое рабочее расписание. Один день отдыха через каждые 9 рабочих дней. Угу. Плюс 7% к получению знаний от всех классов. Ну давайте. Один день отдыха. Новое постановление. Я думаю, ну, 9 дней они работают. Один день отдыха, это ничего такого. Ты дошел? Нет. Все отлично. Неизведанная территория, обширные луга и каменистая почва на крутых склонах, уходящая в небо. Эти земли, намекающие на присутствие впереди горного хребта, могут обладать изобильными ресурсами и достаточными осадками. Возможные ресурсы. Если даже мы ничего не обнаружим, стоит как минимум построить вышку, чтобы взаимодействовать с проходящими путниками. Это поможет нам в нашем поселении с притоком жителей. Хорошо. Так, построить. Так, а если мы построили, но здесь рабочих не отправили, что тогда? Так, зимушка, зима. Так. О. У нас притык по одежде, да? Место есть. Так, провинция. Угу. Большое месторождение минералов. Камни, песка и минеральной пыли. Верный признак, что эта местность скрывает рудную жилу. Мы не знаем, какой толк будет от этого, но может начать со строительства горнодобывающего комплекса. Посмотрим, что мы найдем, когда копнем достаточно глубоко. Окей. Но это нужно будет копать. Угу. Нет, но здесь ничего нету. Да, здесь ничего такого нету. Так, это вот эта провинция, да? Отправим на побережье. Высокогорье. Основана база. Так, пошли сюда. Ну вот разведываем. Разведываем, разведываем, интересно. Так, сейчас зиму переживем быстренько. Как-то неохота с ней ковыряться. Здесь надо добить вот 1000.
так. В 25 дней в день. Только успевай делать инструменты. Так, разведчики. Цвет склона свидетельствует о наличии в этом регионе запаса угля. Ну, тогда за работу, да. Это получается вот на склоне, да? Угу. Скрыто. Так, все дальше и дальше, да? О, здесь территория-то, смотрите, неизведанных. Прям дофига. Давай, вот эти вот территории, потом можно будет наверх пойти. Это сюда. Здесь посмотрим еще территории. Низины какие-то. Здесь только остается нам ждать 15 детей. 69. Ну, кто-то должен еще умирают, эти же люди. К сожалению. Нам бы больше людей. Чтобы они к нам приходили в деревню. Это было намного комфортнее. Отлично. Третий год. Выживаем. Выживаем, ребята. Природа обновляется. 5 дней. Угу. Ой, рыбка обновилась. Нифига. И охотничье угодье. Это прям... Приятненько. То всегда есть, что поесть. Все есть. Так. Доступ к лекарствам. А у нас есть кто-нибудь насчет лекарств вообще? Кто занимается лекарствами? Текущее производство. Вообще трава это и есть лекарство или что? Так, разведотряд скоро придет на побережье. Свободных нету. Так, мясоруб. Сейчас, короче, будем ждать. Разведчика. Угу. Что-то там. Неизведанная территория. Обитаемый регион с изобилием воды. Конечно, речка. Не помешает хорошенько здесь все осмотреть и выяснить, что здесь есть. Все есть. Береговые изобилия. Ты что? Где же видно вон? Здесь все есть. Хотя лучше вот это вот рядом с нами проверить, хотя здесь ближе. Ну ладно, блин, а можно было бы вот так. Так.
Так, это сюда человечек подбежал. Скорая. Угу, он дошел почти. Что у нас там? Показать отчет. Угу. Просто роща, да? Колодец. Сюда. Ну и все. Тогда выжидаем. Здесь еще построим ветряков. Пачку. Так, жаль, сюда нельзя. Много. Ну-ка. Здесь еще можно? Ну, не так много уже. О, можно. Сделаем еще. Видите как? По красоте. Я же здесь хотел. Анализ. Давайте посмотрим. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Уголь, медная руда, либо железная руда. Что здесь будет? Мне интересно. По анализу. И вы сами, так сказать, загадайте. Подумайте про себя. И скажите, что это. Олово. Нифига себе, олово. Медная, уголь. А как мы будем оловянную руду, если у нас нету ничего? Как мы оловянную руду будем давать? У нас же... Так, я вижу, здесь у нас крепкие корни какой-то, разделенные слои, теплоизоляционные печи, переключатель цепи, повышенная прочность, металл какой-то, башни, севооборот какой-то. Угу. Интересно. Так, спутники нового вида. Наши предки дружили со многими животными. В первом мгновении краха цивилизации животные первым бросили на произвол судьбы, а чуть позже на них стали охотиться. Эти отношения охотников и добычи, посуществовавшие полвека, могут измениться. Теперь у нас достаточно ресурсов, а дети растут в мире, где делиться вполне естественно. Наше благополучие привлекает к поселению бездомных собак и кошек. Доходит до того, что люди начинают приручать их. Даже если изначально не собирались. Почему не поощрить такое положение дел? Так, мы готовы приютить любое живое существо. Размер порции на каждого человека повышается на 20% для всех уровней распределения пищи. Снижается риск распределения вредителей. Плюс. Конечно, вредителей не должно быть. Наши друзья, кошки, собаки... Там все-таки, ну, животные возвращаются, например, они находят нас. Например, гуляли-гуляли, да, мы увидели, писик. Иногда даже щенки там, волков, да, вот этих диких, они же могут быть найдены и приручены, и потом помогать нам быть друзьями. Как бы сказать, мы их кормим, они рады. Сосуществование вместе. Я не вижу в этом проблем. Это наоборот, хорошо. Понятно, что если, например, это волчары, это дикость, но все равно у них есть свои какие-то фишечки, да, но будем все равно человечные. Вот, вот что отличает человека, да, от... Не от...
так сказать, недочеловека, то, что мы можем как-то развиваться и помогать даже ближним, даже мелким. Поэтому, ребят, это очень-очень хорошо. Так, что у нас здесь? 104 у нас по духу. Это очень кайфово. Это очень кайфово. Мы добились очень приятных ресурсов, ситуаций. И нам осталось только... Так, переключиться. Ага. Ну так, можем, да? Но лучше вот так, конечно. Так, что там, разведка? Прямое внимание, состав минерала, высокая растительность, подземных вод. Понятно. Будем знать. Построить можно колодец. Там можно его в горы отправить. Здесь, я понимаю, очень приятная атмосфера будет. Мне вот интересно, сюда вот, рядом с нами, будет что-то или нет? Добьем, конечно, вот эту, а там уже она пойдет вниз. Здесь можно вот вниз и еще сюда, вниз землю. Что здесь у нас? Источник древесины. Понятно. Все, иди вниз. Надо было сюда сразу. Но хотя мы здесь, в любом случае, как мы это бы сделали бы? И поставим мышку. Так, побережье, основана база. Угу. Так, что здесь? Охотничьи. Угу. Угодья. Хорошо. Давай лучше сюда. А там посмотрим. Горы. Вокруг будем так вот. Так, ух ты. ЖДшки. Прикольно. Это очень классно. Мы ЖДшку можем делать. Ну что, у нас здесь с водой у нас все хорошо. Железо у нас есть. 2700. У нас же были. Что-то я... Не совсем понимаю, конечно. Так, а сюда у нас железо, медное и уголь. Так, непонятно. Так, давайте подтянем. Вот так вот сделаем. Ноль. Мы не сможем это добывать. Ну, будем. Так, 6 детей родилось. Фига у нас там толпа. У нас 26 детей. Они еще не за это
не, ну, не выросли. 26. 26 к 70, да, у нас. Ну, очень даже неплохо, я скажу, ребят. Это будет хорошее основание того, что деревни растут. Давайте, друзья, увидимся в следующей серии. В этой мы очень много разведки делали, строили. И у нас все получится впереди. Поэтому прекрасного настроения. Увидимся в следующей серии. Пусть все будет хорошо у вас. Берегите себя.